Хочешь богатый урожай? На Смоленскую езжай. Все для дачи и огорода. Смоленская, 50. Угол Богобекова, Смоленская. Телефон 35 00 35. Всем привет, с вами утренняя программа ЗапТВ в этот день. Любите ли вы театр, как люблю его я? Написал однажды в своем эссе критик и публицист Виссарион Белинский. Это мы к тому, что сегодня отмечается замечательный праздник – Всемирный день театра. Этот праздник по решению ЮНЕСКО отмечается с 1962 года. И отмечают его не только служители сцены, но и поклонники этого искусства, которое процветало еще в Древней Греции и Римской империи и считалось важным государственным делом. Ну и еще об истории. В этот день, 146 лет назад, русский крестьянин Федор Блинов подал заявку на получение патента на изобретенный им вагон с нескончаемыми рельсами. Так на свет появилась схема транспортного средства, которая затем воплотилась в создание трактора. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают врачи-нефрологи. Это те специалисты, которые отвечают за работу почек. Первым нефрологом считается персональный врач королевы Виктории Ричард Брайт. А на сегодняшний день в мире было пересажено более 76 тысяч почек. С еще одним профессиональным праздником сегодня можно поздравить бойцов особого формирования Национальной гвардии. Она была создана в 2017 году, и сегодня ее сотрудники выполняют особые задачи по охране общественного порядка, конституционного строя, защите важных государственных объектов и препятствуют терроризму. А свой день рождения сегодня отмечает всем известный, хотя уже и малоупотребимый, в быту керосин. В этот день, в 1855 году, канадский геолог Абрахам Генсер получил в США патент на керосин и открыл его производство в Нью-Йорке. Так человечество вступило в эпоху переработки нефти. А в Чите до 70-х годов прошлого века можно было видеть вывески продажи керосина. Его использовали для кухонных плит, которые назывались керогазами. Сегодня керосин является основным компонентом авиационного топлива. Вот такой сегодня у нас день. Всем удачи, встречаемся завтра утром на канале ЗапТВ.